Дорогі глядачі. Юрій Шаповал вже сидить напроти мене, трошки затримався він, але це не дивно. Людина спускалася з гір, оскільки ось буквально цих вихідних у Буковелі він був серед організаторів Red Bull Freeze and Jump. І, власне, я так розумію, що саме твоя ідея була провести в Україні подібні ось змагання. Ну, на самом деле, це міжнародна концепція, яка живе вже, мабуть, лет 10. Многії страни. делают это соревнование у себя. В этом году уже успели сделать в Азербайджане, правда, немного переделанный по концепции, но все равно идея такая же. В Турции сделали, знаю, что Казахстан планирует делать. То есть в Украине это впервые. Власне, теперь скажи, что такое фриз and и в чем упольгая концепция? Ну, скажем так, это если дословно переводить, стрибный дозмерзный, да, то есть это команда из двух-трех человек, которая состоит, делает на вершине горы какой-либо какой смешной перформанс, одетые в смешные костюмы. У нас, к примеру, были олени Деда Мороза и сам Дед Мороз, были семейка пингвинов из известного мультика Мадагаскар, были и елка и джин, джинджер пряник очень богатая фантазия у наших людей что кто -то, это кто -то очень хочет, радует и включает да. так да а потом спускаются на лыжах на сноуборде возможно что-то построить была команда которая спускалась на этом ковре самолете алладин принцесса и попугай их прыгали вот на этом ковре самолета. И реальный попуга стрибал? Нет, ну, человек, <с да. И в конце вот этого недолгого пути, 150-метрового, стоит трамплин. Ну, так сказать, трамплин шириной 4 метра и высотой практически 2 метра, за которым бассейн вырытый в снегу бассейн с водой, вода сразу говорю не подогреваемая, вечером за день до мероприятия минус минус 5 и так на глазах схватывался корочка льда, конечно переживали, что будет не очень, а да и глубина метра восемьдесят, то есть да, то есть многие люди были ошарашены, а их путемяк сачком выловили, назви, пидсаку я были специально обученные люди, которые этим и занимались, да. помогали ребятам выбраться из этого бассейна. Ну, по крайней мере, из тех 21 команды, которая все-таки доехала на Буковель, потому что было несколько команд, которые не смогли в последний момент приехать, вообще заявок у нас было более 50 со всей Украины. 25 команд мы отобрали. Да, Львов и Киев. Были впереди планеты всей, но опять По же. По Киркости, я так да, разумею, да? Да, да. Но все-таки две команды из Харькова, второе и третье место заняли. Черновцы, да, черновцы, Чернигов, Днепропетровск, Одесса. Некоторые команды участвуют уже не в первом родволовском соревновании. То есть для нас это показатель того, что вот им это нравится. Некоторые, наоборот, говорили, вот давно хотели, не успевали заявиться, вот наконец-то заявились. Ну, по крайней мере, ни одного негативного отзыва фу -фу, не получили. Ну, а и плюс еще, конечно, зрители, которые пришли на это посмотреть, было, по нашим подсчетам около полутора тысячи людей на склон специально пришли посмотреть, как же люди прыгают в бассейн mm -hmm. с холодной водой. Ну, представьте, те же олени с Дедом Морозом были практически голыми, без одежды, mm -hmm. в нижнем белье и с рогами. Такі дуже сміливі олені, так. Власне, ж хотів спитати відносно цього. Ну, а якось медично це підкріплюється. Ну, Все ж таки, скажімо так, Буковіль — курорт, которому, з яким которому ми співпрацюємо вже давно. не перше Ні, ми робимо, наше. На Буковеле очень жестко с безопасностью, все то есть это, наверное, единственный а, ку горнолыжный курорт в Европе, а, где запрещено кататься, находиться на склоне с оборудованием людям без шлема. То есть, неважно, умеешь ты, не умеешь, супер профессионал. Ездит специально лыжный патруль а, с периодичностью. Там, несколько минут по трассам и просто аннулируют скипасы на подъем. Причем это делают дистанционно, у них есть специальное оборудование. То есть здесь с безопасностью ну, как бы все на высшем уровне. Во многом поэтому Буковель нами и был выбран. Угу. Вот. Ну а опять же, если мы там, не договорили о критериях оценки, да, как же команды выигрывают? Да? У нас было четыре судьи, которые выставляли оценки да, за саму идею команды, ее презентацию, выступление. Это первая оценка была. Вторая оценка это была за умение их приводниться, зануриться и как все что угодно. Ну и третья это оценка зрителей, которые там находились. У нас был специальный аппарат шумомер, угу. с помощью которого мы мерили реакцию зрителей. Ну, это впечатлило. впечатляли. Некоторые команды очень впечатляли. Не только своим выступлением, но и количеством брызг, которые они потом из этого бассейна выливали. Ну, у кого есть возможность, найдите, посмотрите. А, так що фотографії є в інтернеті, да. можна подивитися на них нечтось по ходу нашої бесіди. І якщо є бажання, то поставити і питання Юріша е, якби відносно ось цього прекрасного заходу. Заходу, власне, так і чому перемогли саме Олені? От тепер виникає питання. Ти сказав про критерії оцінювання. Це їхній неприхований еротизм, так би мовити, допоміг їм. Чи ну, цілий комплекс факторів да, це їх виступлення на старті? То есть, опять же, это была импровизированная там, театральная сценка в течение 30 секунд. Люди должны были подобрать трек, под который они выступают. По ходу спуска они тоже делали некий перформанс. Представление продолжалось, они просто они съезжали. Ну и то, как они прыгали, то есть, явно было видно, что ребята умеют прыгать на бордах и на лыжах, да, то есть, с достаточно сложными трюками они угу. это делали, вот. Но и естественно, ну, это очень сильно понравилось зрителям, то есть весь комплекс этих факторов так получилось. Но они достаточно близко были с одной из команд, команд, которая заняла второе место из Харькова, как я говорил, они назывались фееричное падение, угу. да, то есть падение русского рубля. То есть, причем, ну, почему мне, скажем так, в очередной раз я убедился, что с креативом и открытостью наших людей, наших людей все в порядке, и с нашей страной все будет в порядке. На брифинге перед соревнованием, где мы рассказывали все правила, все нюансы, эти ребята из команды «Фееричное падение» попросили перед началом, когда мы будем выступать, все, кто будет наверху, пожалуйста, побейте нас. Все превратилось в такую вакханалию, там, там их лупили все, их даже говорят, что кому-то зарядили даже по-серьезному из этих рублей. Ну, то есть, э, и естественно, ну, без, э, зло, без злой какой-то реакции, да, ну, реакция людей, которая была на мероприятии, была положительной. Тобто в Буковали гривня не падала? Нет, гривны не было, только рубль. Тепер давай трошки про більш серйозно, Ти сам якби трошки зачепив цю тему. Так десь приблизно ну кілька місяців тому, можливо, 4-5, так. Ми з тобою теж спілкувалися, а трошки в іншому форматі у цій же студії відносно того, що минулий рік був достатньо такий бідний на заходи з огляду на всі ось. Події, військові, політичні і все таке інше, і е, активність вашої компанії, так вона якби була зведена до мінімуму. Зараз цей рік починається із такої події, так, що ще планується, і чому якби, ви вирішили відновити цю активність? Ну, звісно, во многом маркетинг компаній строїться на таких мероприятиях. Тобто ми практично не делаем ніколи прямої реклами, тому як це делають другие компанії. Пытаемся, скажем так создать у людей, принимающих участие в наших соревнованиях, положительное отношение к бренду. То есть практически ну, все мероприятия мы принимаем активное участие и сами своими руками их делаем. Для людей это уже показательно. Они видят, как мы носим всякие тяжелые вещи, их устанавливаем. Свой, наш же человек является и диджеем, и многие технические вещи, и электриком, и все остальное. То есть мы очень редко привлекаем. Людей со стороны. Такие у нас многостаночники, поэтому так, команда у нас очень хорошая, за несколько лет подобралась. И, ну, вот в той же Буковеле мы ребята работали буквально четверо суток по 18 часов в день. То есть, можете представить, с перепадами температуры. Один день вообще полностью был под дождем. Но это, если возвращаться к твоему вопросу о мероприятиях, да, мы запланировали еще ряд мероприятий а, различной направленности. Мы хотим, чтобы а, подобрали мероприятия из такого пула международных наших соревнований. У нас огромное количество соревнований проводится по всему форматы, миру. Есть так, форматы, старания. да. А, а, есть фор, а, формат, куда мы хотим, чтобы поучаствовали больше простых людей. Угу. В скором времени наверняка это будет известно, у нас на сайте всегда обновляется информация. Есть соревнования, которые мы придумали здесь локально, достаточно интересные, как бы близкое нашим людям. Поэтому планы есть, посмотрим, как будут развиваться события в стране, во многом это дает свой отпечаток. Ну и плюс еще наши спортсмены, которые участвуют в различных соревнованиях, как международных, официальных, так и неофициальных, многих приглашают наше выступления в различные страны. Поэтому это тоже повод для коммуникации бренда. Но все-таки ты можешь приоткрыть вот так, на чем ты будешь зараз працювати? Вот шов ты после гирской подорожи, после freeze and jump, не надеюсь. Ну, да нет, все в порядке, пока еще хватает сил, спасибо. А буквально через две недели в Киеве мы помогаем делать одно из мероприятий. Уже давние наши партнеры, организаторы выставки Мотобайк, uh -huh. они одновременно с этой выставкой Мотобайк проводят еще две выставки Байк Экспо, все, что связано с велосипедами и Эктив Спорт. То есть тоже огромное количество различных активностей, начиная от фитнеса, заканчивая стрельбой из лука, по пауэрлифтинг скалолазание. И мы уже, наверное, год пятый подряд мы помогаем это мероприятие организовывать. Будет выступать тоже наш спортсмен, трехкратный чемпион Украины по дрифту, со своим выступлением, которое очень интересное. Вот. Это будет... С 13 по 15 марта Александр Гринчук будет выступать 14 марта. Так что вся mm -hmm. информация на сайте на выставки Мотобайк тоже есть. А, поэтому будет много чего интересного, кроме того, что там можно будет что-то посмотреть, возможно, что-то прикупить. Различные спортивные бренды выставляют свою продукцию, ну и даже и поучаствовать, наверное. Фитнес-конвенция там всегда хорошая. Mm -hmm. І власне отак уже причепом сто питаю, як миломани слухач, як хтось виступав там у вас під Настій Стрибай від ТНМК. Враховуючи те, що один із суддів був із ТНМК? Ну, к сожалению, ні, не виступав. Так, да, у нас був одним із суддів ФОЗІ. Друге дело, ніхто не знав, що він буде. Угу. То мы, мы, мы это не не объявляли заранее, а, был у нас тоже так судьей Василий Растюк. Вот. Но ну, кого-то из реальных трамплинистов не было? Сноубордистов, трамплинистов? А, нет, нет. нет, нет. Ну, Во-первых, скажем так, мы хотели делать это не супер профессиональное соревнование, ну, он, ну, знаешь, это соревнование это для всех, да. Да, многие люди, ряд людей там даже не катаются на каких-то, на, на, на том же борде или лыжах, да, они просто им в удовольствие, в кайф да, поучаствовать в вот такой в такой движухе, пообщаться с людьми, да, выплеснуть какие-то свои идеи, мысли, да, свой, свою энергию, вот. ну и получить хорошие призы, которые были. Дорогие Кипр, да? За что люди мерзлые, падали в калюжу, в колобань? – Я хочу сказать, что призы очень такие интересные, и хорошие, я не знаю, у вас с рекламой, да, ну, так, ну у нас а, одним из партнеров был была компания, которая международная компания, которая выпускает миниатюрные камеры, угу. которые используются в различных экстремальных видах спорта, да, и вот все три места в команде, три команды победители, в каждой команде было по три человека, вот они предоставили девять камер. Причем за первое место самые дорогие, которые у них есть, очень да, приятно. но а, а учитывая нынешний курс, они очень дорогие, то есть э, это было... курс падения и не тика рубля. Да. Ну, скажем так, много чего было. Были и партнерские призы, и полет на воздушном шаре, и скипас недельный на катание в Буковеле. То, что для людей очень важно. То есть мы хотим, чтобы это были не просто какие-то кубки или грамоты, а то, что люди могут почувствовать. И, и стимулировать да. Да, их активность, их да, да. Ну и, опять же, команде за первое место, кроме камер, первый приз – это уикенд в Одессе с нашим спортсменом Александром Гринчуком, когда вот потеплеет, подсохнет трек, на котором он тренируется, он их покатает, поучит бросать машину в занос на скорости 140-160 км в час, ну, по крайней мере, почувствовать, как это. Ну что ж, прекрасно было прямо с тобой поспілкуватися. Надеюсь, что если у вас будут какие-то интересные заходы, то снова побачите тебя або ваших спортсменов в нашей студии. Мы готовы до спілкування. Спасибо. До новых встреч. Счастливо. Витископ. Спортивное видео.